Доброго времени суток, продолжаем прохождение игры Готика. Так, мы остановились на том, что нужно идти в старую шахту. Мои статистики. Ничего еще не изучал. Никому не в старой шахте сейчас интересует нас только письмо от Яна. Больше ничего там делать не будем. Ну, меч вообще нарубает с 2-3 ударов практически всех начальных монстров. Рекомендую всегда вам покупать его. Шершни пока обойду. Потому что они могут закусать. Вот уже почти пришли. Ты можешь? Мы находим рудок на... Главную опасность представляют ползуны. Из-за них мы вынуждены были... Расскажи. У меня есть... Вот, выпей это за мое здоровье. На самом деле ползуны не так уж и опасны. Ах, спасибо. Ползуны ж в основном стволе или стань... Расскажи об... Я думаю, Вайпер сможет... Или поговори с я... Где мне на... Он находится в центре... Да, ты знаешь Торуса? В шахте ко... Если ты по... До встречи! Вот в этом сундуке есть 330 кусков руды. Но без свитка сна здесь
никак не ограбить его. Пароль, по-моему, 5 раз вправо или 6 раз, что-то в этом роде. Есть интересный рудокоп, у которого за руду можно узнать полезные сведения, а также получить кольцо силы, если дать ему 50 кусков руды. Стражники никогда не поймают меня. О чем ты? Я работаю. Думаю. Конечно, я всегда. Хорошо. Спасибо. В одной, если тебе. Если заху... Есть. А у тебя... Надеюсь. Здесь очень... Желаю удачи. Ты знаешь, где меня... Он нам еще пригодится. Кольцо от него получим чуть позже. Можно также сдать его местному стражнику, которого зовут Брендик. Но тогда Альф перестанет с нами разговаривать и не удастся пройти квест с сундуком. Ой, со складом Гилберта, кажется. Как идут дела? Я могу. Если ты сможешь отправить Аарон. Еще увидим. Конечно. Сейчас пройдем еще один из квестов. Нужно отвлечь Аарона. Меня прислал Ян. Он сказал, что хочет видеть тебя. Чего он хочет? А не знаю, чего он там хочет. Сходи к нему и сам узнай. Думаешь, он рассказал бы мне об этом? Хорошо. Ну, где мои 10 кусков? Возьми, ты заслужил их. Да, знаешь, что еще? У меня есть ключ от этого. По рукам. Я его покупаю. Думаю... А что с... Да знаешь, мне... Хитрый еще рудокоп. Конечно. Умудрился украсть ключ. Всегда покупайте его. Как видите, тут руда восполняет с лихвой все ваши траты. Ульберт, точно. Что хранится? Это тебе. А? Ты прав. Вот, выпей это за мое здоровье. Спасибо. Всемогущая сила пива. Любые сведения может раскрыть. Так ты можешь сказать, что хранится на складе? Ну, несколько сундуков. Потерял? Да. Слушай, Ян и стражники сидят внизу и едят жареное мясо. Что? Без меня?
Ну так я пойду и заберу свою долю. Дай пройти. Глупый стражник поверил на слово. Или пьяный стражник. Неважно. Сейчас самое время сходить за ключом. К тому самому Алифу. За 30 кусков руды он продаст вам ключ. Если же вы расщедритесь и дадите 50... очень рекомендую давать ему 50 кусков руды. Тогда он даст вам еще кольцо силы, добавляющее 5 силы. Стоит это кольцо гораздо дороже. Ты с... Ну, вот. 50. Твоя щед... Желаю удачи. Ты знаешь... Пятнадцать силы. Прошли заодно два квеста. Новенький? Ты руду да... Ты давно... Да! Я уже лет 10 здесь. В какие... Когда... Но это... Должно быть ты... Послушай, парень, лучше не пов... В мои планы не входит провести ближайшие 10 лет в этой шахте. Не хочешь, не надо. Да только... Самый опытный. Желаю рудокоп. Удачи. И тебе того же. Эй, парень! Следующая такая шутка будет для тебя последней, понял? Эй, ты не терял ключ от своего сундука? Верно. Даже не хочу предполагать, откуда ты узнал об этом ключе. 20 кусков. Вот твой ключ. Мой ключ, точно. Но в будущем... Мало того, что ограбили, еще и мужу ключ продали. Эй ты, не было там никакого мяса. Наверное, я ошибся. Желаю хорошего дня. Вот, самая лучшая отмазка, всегда пользуйтесь ей. Когда обманули кого-нибудь или что-то не получилось, просто говорите, я ошибся. Я могу что-нибудь... Еще бы, все что... Как видите, уже хватает руды на взятку Торусу. Ты я? Да. Я? Конечно.
Ты... Рудокопы до... Из всей... Я... Магичная армия... А ты... К сожалению, руда теряет магические свойства при переплавке. Только в плавильнях Нордмара знают правильный способ. Но даже в этом... Да... Расскажи... Если ты... И постарайся... Хорошо... Ладно... Я просто... Диего прислал меня сюда. Понятно. Могу Только не со... Вот интересующий нас список припасов. У Альфа мы также узнали, у кого можно купить отмычки в этой шахте. Это вот у этого рудокопа. Я держу. Они-то я. Они... Я слышал, у тебя можно купить отмычки. Ну, от такого... Так, ну пора обратно в лагерь. Сейчас самое время наведаться в лагерь сектантов. Лучше всего воспользоваться услугами одного из братьев, чтобы он проводил вас до самых ворот. Можно неплохо подзаработать опыта вместе с ним, потому что на пути будут ящеры. Шершень прилетел. Забрали еще одного моего моба. Ну ладно.
Респауна монстров как такового нету. Только с каждой новой главой совсем немного новых монстров появляются на карте. Поэтому монстры здесь важны. Это не слишком интересно. Больше не хочу. Дурное дело не хитрое. Эй ты, ты отказался платить Бладвину за защиту, да? Ну и что? Я подумал, что лучше предупредить тебя. Он нанял местных головорезов, чтобы отомстить тебе. Ну, я слышал его разговор с Хериком. Может... Твое предупреждение о Херике немного запоздало. Возможно, он подговорил сразу... Вот это было глупостью. В общем, я сейчас добегу до этого же места, поэтому вырежу этот кусок. Итак, я вернулся на место своей преждевременной гибели. Нужно пожарить еще мясо. Пригодится. Так, вот идол Парвес готов проводить нас в свой лагерь. Уже тогда было ясно, что этим дело не кончится. Больше не хочу это слушать. Все время одно и то. Проводи меня в свой лагерь. Я хочу посмотреть на него. Очень хорошо, я пойду. Не думай. Таким умиротворяющим голосом всегда они говорят. Что это с ним? Он сигарету не выкинул. Первый раз, кажется, вот такое вижу, сколько лет играю. Или может у него сигарета провалилась и он загорелся. Непонятно. Горячий парень просто закипел. Да, смешно.
Вообще, чтобы вступить в какой-либо лагерь, нужен как минимум 5-й уровень. Были приманкой немного. Какой же долгий косяк. Сигарный этот. То есть болотника. Все еще дымит. Так, вот уникальный предмет, семена бука. Странный предмет, конечно. Всего лишь 5 маны прибавляют, причем не максимально, а просто. Восполняют 5 маны, при этом больше нигде их найти нельзя и ни в каком квесте не задействованы. Вот, мы на месте. Дальше по дороге вниз находится лагерь братства. Заходи и поговори с моими братьями. Спроси Коргалома. Он занимает... А я возвращаюсь в лагерь. Удачи! О, как удачно. Стражи пошли. Привет! Куда вы идете? Мы несем Коргалому слюну ползунов, убитых нашими братьями в старой шахте. Раз в день мы приходим к ним и забираем их добро. А какой слюн? Ее производят особые железы в пасти ползунов. Ты можешь рассказать мне, как добывать? Конечно. Убив ползун... А зачем Коргалому? Насколько я знаю, он готовит из нее зелья, повышающие магическую силу наших послушников. Мы ведь готовим... С его помощью Коргалом сможет... У вас уже достаточно зелья для великой церемонии? Нет. Фанатики готовят церемонию пробуждения спящего, чтобы вырваться из барьера. Ну вот, болотный лагерь. В следующей части будем как раз заниматься делами в нем.